Всем привет, с вами Леви Геймс, это Roblox Tower Defense. И люди, сегодня буду покупать я все-таки, давайте покажу, сколько у меня денег. У меня 10 тысяч. Буду покупать я миниганнера. Блин, не знаю, для меня это самый, конечно, такой переоцененный боец абсолютно. Но давайте попробую купить ради вас, можно так сказать. Покупаю и сейчас прямо вместе с вами будем испытывать, смотреть, на что он способен. Что он вообще сможет сделать и докуда дойти. Ну, конечно же, с поддержкой. Ну что, давайте начнем бой. Смотрите, выбираем, естественно, Паши режим 100%. Поддержку, смотрите, кого я взял. Я взял, соответственно, стандартный командир, диджей. И здесь взял токсичного, просто чтобы он замедлял. То есть я их много ставить не буду. Чисто там пару штук, чтобы было замедление. Чтобы миниганеры, ну, хоть как-то пытались справиться. Сейчас посмотрим вообще, докуда они дойдут, что они будут делать. Куда их ставить, смотрите. Так, давайте посмотрим. Ну, куда-то вот сюда, наверное, они будут здесь. Может, вот здесь, вот в этом месте более-менее нормально. Значит, вот сюда куда-то диджея надо будет поставить. Ну, сейчас посмотрим. Для начала, что делаем? Для начала просто немножечко фармим. Делаем фарм, потому что нужно фармить обязательно для такой штуки, как миниганер, правильно? Пофармить-то точно нужно будет. Так, поэтому давайте, смотрите, до фарма еще сделаем. Смотрите, чтобы много не пропустить, давайте сделаем вот так вот и поставим чувака вот этого. Вот сюда чувака поставлю. Вот так сейчас его еще прокачаю, вот так вот. Во, нормально, все. Пусть он хотя бы вот этих убивает, все хорошо. Здесь вроде бы все супер. Так, давай, нормальненько. Еще чуть-чуть давай. Давай, стреляй. Хорошо стреляет, молодец, видите как. Ну, все, почти всех убил, красота, осталось у них здоровье вообще чуть-чуть. Так, давайте-ка, знаете, что еще... А давайте я просто, знаете, как сделаю, вот так вот прокачаю его, наверное, на 400. Вот так, все, теперь его должно хватить, он, в принципе, должен там до 10 волны справляться, но может и не до 10, сейчас посмотрим, как вообще получится. Так, неплохо, здесь нормальненько пока справляется с этими. Ладно, пока качаемся тогда, качаем фермы. Потому что нужен миниганнер. Без миниганнера тут вообще никак. Потому что основная огневая мощь — это миниганнер. Так, здесь у нас все пока токсично справляется. Пока по чуть-чуть. Все нормально. Ну что, давайте думать, куда тогда ставить. Может, первого вот сюда куда-нибудь поставить. Вот в это место нормальное. В принципе, да, наверное. Давайте так и сделаем. Тогда не в самом начале будет оборона. Может, потом вот сюда, конечно, надо будет ставить. Но пока нормально. Давайте пока вот лучше в то место. Вот сюда. Чтобы он более-менее здесь нормально мог сделать. Здесь мы пока с вами копим деньги. Деньги идут. Так, еще у нас. Пока тоже неплохо все. Так, давайте-ка вот так, вот так. Так, может быть, кстати, уже как раз на 7-ю волну поставить миниганнера. Хватит денег? Нет, давайте посмотрим. Тогда пока прокачивать ничего не буду. Сейчас посмотрим. Здесь получается, смотрите, 500 приходит, правильно? Нужно, чтобы было 1500 у нас с вами. Тогда хватит точно. Ждем пока, ждем. Давай. Стреляй, чувак. Нормально, пойдет. Блин, не хватит денег, представьте. Давайте тогда вот так сделаем. Все, тогда сделал вот так. Для чего? Для того, что, смотрите, сейчас он их замедлит. Они пока идут, время будет. Они как раз вот здесь будут, и я поставлю уже миниганнер, правильно? Я думаю, это самое оптимальное будет. Так, здесь нормальненько. Вот, как раз он замедляет тут каждого. Да, как раз, смотрите, 40-я. Здесь уже должно хватить точно. Все, видите, 1500. Сейчас еще деньги придут. Еще хватит даже лучше. Давайте-ка... Вот сюда. Раз, готов. Нет, лучше не хватило. Ладно, они как раз идут медленно. Все, здесь миниганнер должен справляться. Все вроде бы хорошо. Да, нормально. Смотрите, как вообще красота. Все. Вот такой, кстати, у меня минигатор. У меня скинов, получается, нет у него вообще. Так, давайте-ка делаем вот так. Прокачиваем. Все, уже 1000 приходит. Это хорошо. Можно еще, в принципе, пока. Пока у нас с вами 9-я волна. Может, надо было вот этого хотя бы хоть до 2-го уровня прокачать. Точнее, до 1-го. Ладно, пока сойдет. Пока он справляется, неплохо вроде. Сойдет, да, нормально. Все, уже на босса его прокачаю хотя бы получше. Так, смотрим. Вот так пока делаем. Оп.
Вот, фу, блин, еле-еле успел. Так, ну что, на босса давайте точно прокачивать. Вот так вот делаем. Так, неплохо. Так, и в принципе, я знаете, что думаю? Давайте я, наверное, сразу поставлю диджея, чтобы уже знать, где что. Наверное, вот это... Что его ставить, как думаете? Может, вот сюда? Не, вот сюда, наверное. Так, давайте смотреть. Просто я думаю, здесь он будет доставать побольше. Угол тоже вроде хороший. Ну, давайте, ладно, сюда поставлю диджея. Все, ладно, пусть стоит. Так, все здесь нормально. Его замедлили, хорошо. Главное, босс замедлили, это самая основа основ, можно сказать. Вот, и он тут все настреляет, все, что надо, все вообще супер. Давайте вот так вот сделаем. Тут еще, так, теперь смотрите, что делаем. Теперь прокачиваем вот это все. Во, нормально. Ну, нормально справляется. Так, смотрите, а может быть вот этого, конечно, прокачать вообще сразу на 5500. Но нам денег не хватит, да, у меня, считайте, здесь 1500. Почти 2 будет. Наверное, не хватит, да? Мне надо просто, я думаю, знаете, на 13 волну что-то сделать. В принципе, за 3 волны, да, должно хватить, да? Давайте так и сделаем. Здесь нормально, давайте вот так. Хотя, да-да, все, так и делаем. Ждем. 3700, все, и на следующий как раз он будет уже как раз, получается, 3 уровня, и все будет офигенно. У него будет, ну я думаю, он справится. Я, кстати, не знаю, даже справляется вообще миниганнер или нет с этим. Ну, с невидимками один. Сейчас посмотрим. Здесь у него, считайте, радиус еще огромный. В принципе, должен справиться, да, 100% на 3 уровне. Я думаю, что очень должен, так скажем. Давайте вот так тогда сделаем, выпускаем следующую. Можно вот так вот даже один разочек прокачать. Ну все, смотрим, как он будет с ними справляться. И на 15 волне еще. Здесь еще, кстати, 2 босса же будут. Ну давайте, ладно. Сейчас давайте посмотрим, как он с этими справится. И тогда будем уже исходить из того, как он дальше пойдет. Реально. Все, значит, он на 15 легко справится. Должен, да. Вообще легко должен справиться. Все, отлично. Тогда делаем вот так. Вот так. Оп, прокачали. Все, отличненько. Тогда можно еще вот так пока прокачивать. Все хорошо. Здесь вот так. Нормально. Все, пока нормально. Кстати, получается, смотрите, я должен вот этого удалить, наверное, и вот сюда поставить другое место. Так, давайте, знаете, что сделаем лучше? Вот этого, смотрите. Сильнейшего пусть бьет. Пусть их замедлит получше. Вот, так будет вообще нормально. Пусть они медленно-медленно идут. Вот с этими справится просто он и так, а эти медленно-медленно как раз вообще будет красота. Смотрите как. Ну-ка смотрим. Вот, вообще красота. Все, он легко, в принципе, справляется с этим совсем. Вот так делаем. Все, отличненько. Теперь вот так прокачиваем. Все, вообще отлично. Пока все супер. Так, ну давайте смотрим, справится, нет. Один миниганнер с толпой этих чуваков. Да, посмотрите, справляется вроде, да, да, должен. Ну, считайте же, все, они даже вот еще даже полпути его не прошли, грубо говоря, где он стреляет. Да, вообще легко, все, это хорошо. Смотрите, я такими темпами скоро поменяю мнение о миниганнерах. Подумаю еще, что это хороший боец, нормальный. Так, давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот я поставлю вот этого чувака. Вот, нормально, радиус достает у него, все хорошо. И давайте вот так сделаем. Все, теперь можно смотреть, что делать. Вот этого прокачать, и на следующей волне уже прокачать его до 3 уровня, чтобы было нормально. Да, вот так будет вообще хорошо. Так, вот так, кстати, можно... А, нет, подождите. Не успел, да, блин, не успел. Ну ладно. Вот так нормально, все. Неплохо. Теперь смотрите, что нам с вами надо сделать. Надо еще поставить вот сюда в начало, я думаю, одного. Как минимум. Чтобы он вот этих всех убивал, всю эту мелкотню. В самом начале. Так будет, я думаю, что получше. Давайте так и сделаем, смотрите. Только сначала ферму, а потом... Вот сюда поставим чувака. Во! Смотрите, как хорошо.
Да, ну здесь обзор будет вообще хороший. Все, давайте так и сделаем. Вообще нормальное место, все супер. Здесь, кстати, что здесь тоже нормально так. Вот они тут нормально вдвоем отстреливают. Давай, давай, давай. Парни, давайте. Ничего себе, мне не повезло. Увидели, как мне не повезло? Это жесть вообще. Самое огромное невезение вообще, которое может быть. Так, здесь что у нас? Нормально вроде бы. Так, ну что, давайте, наверное, знаете что? Сойдет. Даже не знаю, как лучше сделать. Ну давайте вот это на 5 прокачаю, потом надо будет вот этого просто еще одного прокачивать 100%. И, кстати, можно, я думаю, поставить хотя бы командира, хоть одного. Вопрос, только куда его ставить? Может, вот сюда его поставить? Он здесь достанет. Он может, кстати, вот сюда его поставить, наверное. Здесь, я думаю, будет неплохое место. Так, давайте думать тогда. Или вот вообще вот сюда лучше. Да, там, наверное, давайте лучше вот сюда. Чтобы он тут не сильно... Блин, да тут все как будто место... Все места вот для... Именно для... мини-гумеров. Ладно, придется все равно же куда-то ставить, правильно ведь? В любом же случае, блин, как-то вот даже не знаю, как сделать это получше. Давайте вот это вот так прокачаем обязательно. Теперь буду думать, блин, придется ведь куда-то ставить. Блин, давайте вот сюда, наверное, поставим все-таки. Он до этого достает? Нет, не достает. До этого не достает. Это вообще не дело. Так, давайте тогда думать, куда его ставить. В принципе, придется вот сюда тогда хотя бы в уголок. Вот, все, здесь он достает до всех. Вот так давайте сделаем. Все нормально. Все, пока неплохо. Теперь надо ферму прокачать. Это здесь что у нас? Нормально. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Вот так вот сделаем. Кстати, более-менее. Нет, все-таки придется, наверное, прокачивать еще хотя бы вот этого, может, на максимум. Или вот этого лучше даже на максимум прокачивать. Что-то как-то как будто так себе. Вот этого. Как будто всех надо прокачивать. Вообще не знаю, что прокачать. Всех надо прокачать. Все как будто бы хочется. Но пока этого не хватает. Денег ни на что. Просто вот этого, я думаю, видите, он будет всех хотя бы замедлять нормально. И уже тогда... мини-ганнеры будут нормально стрелять. Хотя, с другой стороны, этот может неплохо побить, да? Ну, наверное, давайте, да, вот так. Все, ладно, пусть его сначала. Давайте посмотрим, как он с кем выглядит. Блин, вдруг он стреляет. Неплохо, неплохо. Так, давайте вот так. Ну-ка, о, настреливает нормально по нему, неплохо, неплохо. Так, надо все-таки миниганнеров побольше. Я думаю, надо фармить немножко подзаканчивать. Так, смотрим, смотрим. Почему? Потому что, блин, считайте, буду... Вот, сейчас начнет как раз стрелять, было хорошо. Блин, ну что-то так себе. Давайте-ка пока сделаем вот сюда чувака поставим. Надо его прокачать обязательно. Вот так. Давайте еще тогда прокачаем чуть-чуть. Вот так тоже. Ну-ка давайте вот так. Пока хотя бы они второго уровня будут. Пока сделаю так. Босс-невидимка же еще пойдет. Блин, мне как вот, я не знаю, мне надо диджея так-то еще прокачивать тоже. Пока вообще непонятно, что делать. Все вроде надо качать. Ферму, я не знаю, может ферму единственное, что оставить пока. Но я боюсь, что денег не хватит, видите мне. Ну хотя... Так, здесь пока неплохо. Командиром пустить не буду, потому что подожду до этого, до босса невидимки. Ладно, давайте сейчас этого завалим. Вот так, давайте нет, нажимаем. Завалим вот этого. И попробуем, может денег хватит 5000, вдруг улучшим. Сейчас посмотрим, одну ферму хотя бы. О, да, отлично. Как раз хватило, все супер. Так, нормально.
денег хватает. Идем, идем дальше. Денег хватает, чтобы одну сразу прокачать, считайте. Так, ну что, давайте вот так. Поехали. Ну-ка, ну-ка. Нормально, все отлично, супер. Вот, неплохо. Так, 25-я волна. Теперь давайте сделаем вот так. Потом, я думаю, вот эту прокачаю еще ферму. А потом на следующей волне вот этого надо, чтобы он замедлял. Потому что на 26-й выйдут чуваки. Не особо хорошие, они очень быстрые. Вот так пока сделаем. Вот, вот это будет вообще нормально тогда. И вот этого прокачаем. И ферма так-то... Ой, точнее, вот этого надо тоже прокачивать, блин. Все надо прокачивать. Ладно, пока... Пока давайте так. Надо посмотреть, как вообще на 26-й волне. Не буду справляться, не буду чего-нибудь делать. Это здесь пока нормально. С этим-то справляется вроде легко. Да. Все, здесь вообще неплохо. Блин, посмотрите, одного бакса не хватило. Жесть вообще. Давайте вот так. Вот так вот сделаем. И придется вот этого качать. Все, вот так нормально. Фу, блин, я думал, что что-то не получится. Вот так давайте сделаем. Так, здесь еще 7 секунд, считайте. Немножко чуть-чуть подожду. И вот так давайте бустану. Во, нормально. Все, отлично. Самое главное, я прокачал все. Все, деньги есть, я выжил. Это красота. Все фермы прокачал, все супер. 28-я волна. Так, ну что, теперь самое главное, прокачать диджея на максимум. И уже дальше прокачивать всех чуваков моих. Вот этих вот. О, ничего себе, у них радиус, видали? Вообще красота. Так, смотрите, вот этого можно удалять 100%, что он здесь делает. Можно его ставить вот сюда. Вот так, неплохо. Давайте вот так сделаем. Как-то здесь не особо хорошо, как будто. Ну все, вот этого прокачаю, считайте, на максимум, еще будет красота. Вот это тоже, ну-ка, ой, вот это у него обзор, смотрите, просто красота. Просто супер, так, там два чувака, да, идут, да, и, кстати, у второго нормальное здоровье, так. Ладно, сейчас как раз миниганер прокачиваем, смотрим, что вообще делается. Надо командира обязательно ставить. Сейчас вот этого смотрите сначала. 7500, ой, 7200 точнее. Вот так. Теперь давайте. Этого вот так. Нормально. Все, теперь вообще хорошо. Давайте вот так сразу встанем. Неплохо, неплохо. Так, у нас танк еще пойдет там. Но танк главное завалить. Вот этого надо было тоже 4800 прокачать чувака. Во, неплохо. Обзор у меня вообще отличный. Так, вот этого, похоже, надо еще тоже прокачивать. Но, я знаете, что думаю? Нужно командиры. Командиры в первую очередь, как я думаю. Потому что, блин, командиры... У меня всего лишь один. Надо вот сюда, наверное, кого-нибудь одного поставить. Хотя, можно и вот сюда тогда. Идите. Вот одного, вот этого сюда, чувака. Одного все-таки командира. Давайте я вот сюда поставлю. Так, блин, как он вот. Вот так вот сделаем. Все, нормально. И этого теперь вот так. Оп, на максимум. Все хорошо. И еще одного командира. Надо будет куда-нибудь поставить. Может даже... куда-нибудь вот сюда, надо как-то их, может, вообще вот сюда его поставить. Пусть, конечно, место такое очень нормальное. Давайте думать с вами, что делать. Давайте сначала вот это, ладно, прокачаем.
нормально. Смотрите, здесь, значит, можно поместить легко еще одних чуваков. Вот так. Давайте, знаете что, я помещу пока вот так вот. Наверное, вот так. Чтобы командиров уже потом нормально поставить. Так, смотрим здесь как. Здесь тоже более-менее неплохо. Можно одного вот так поставить, получается. Давайте так и сделаем. Теперь командира думаем туда. Может, вот сюда, конечно, единственное. Просто, видите, не хочу в одном месте командира. Надо их как-то распределить, я думаю. Давайте, наверное, вот сюда одного поставлю. Пусть, ладно, все, куда поставил, туда поставил. Делаем вот так. Нормально. Все, супер. Теперь каждого надо прокачивать постепенно, одного за другим. Чтобы все было нормально. А то они стоят тут такие, никого не видят, ничего вообще не стреляют никуда. Ну что, смотрим, как вообще миниганы, на что способны, что они могут делать. Люди, как вам вообще, нравятся они или нет? Ставьте лайки, если нравится. Так, давайте что сделаем. Вот так вот прокачаем. Нормально. О, супер. Так, пора пользоваться командирами. Правильно, что они стоят, грустят. Так, неплохо. Танка замедлили, это очень даже хорошо. Так, где у меня тут вот этот чувак? Все нормально. Здесь тоже неплохо. Давайте вот так тогда сделаем. Хотя бы, чтобы они... У них радиус был нормальный. Все, ждем. Следующую волну не вызывает точно, потому что посмотрите, сколько здесь вообще этих демонов идет. Огромнейшее количество. Давай, 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 парни, налетай. Так, командир поможет. Смотрите, как идет. Блин, да тут три чувака еще идет. Смотрите, склеили, считайте, вообще здоровье у них нормально. Ну, в принципе, все, этих завалили. Так, надо не забывать бустить. Здесь пока все неплохо. Смотрим здесь, что у нас максимальный радиус. Так, можно, кстати, даже вот сюда больше сверху, наверное, хотя нет. Посмотрим. Ну да, давайте вот сейчас этого я прокачаю и посмотрим. Берем вот так, сейчас этого на максимум. Ну да, в принципе, почти нормально. Можно вот сюда точно ставить чувака еще. Нормально, сойдет. Так, ждем, пока качаем. Давайте, знаете, что сделаем? Подкоплю немножко денег и вот этого сразу прокачаю полностью. До последнего уровня. Они здесь достают, очень хорошо. Не начинают, прямо здесь, считайте. Прямо вообще отлично. Так, можно вот этого прокачивать. Хорошо. Нормально так. Можно еще, я думаю, знаете, что сделать, наверное, прокачать вот этого. Давайте вот так. О, неплохо, неплохо. Смотрите как. Вот этих вот скрывать, конечно, пораньше было бы хорошо. Но пока не получается. Эти не страшные, смотрите, тайные боссы их просто уничтожают. Легко и быстро, потому что, не считайте, брони вообще никакой нет, они уничтожаются вообще легко. Найдите с броней, причем с броней хорошей, 40%, это просто жесть какая-то. Нормально все равно, одного за другим, валим по чуть-чуть. Давай-давай, парни, 33-я волна, хорошо, пока отлично. Так, давайте следующий вызывать, все, особо не бояться, можно вот так вот сделать, оп, готов. Прокачан, считайте. Так, смотрите, что я хочу. Я хочу, наверное... Хотя нет, давайте пока по чуть-чуть буду. Вот так, давайте лучше сначала еще одного миниганера поставим. Вот сюда вот. Место нормальное. Он уже готов вступить в бой чуть-чуть попозже, получается. Нет, он прямо сейчас вступает. Красота. Смотрите, война вообще неплохо идет. Так, давайте посмотрим вот этого чувака. Давайте смотреть, кто куда достает, что вообще делает. Вот этого здесь достает, значит, можно, в принципе, и вот сюда, да, поставить чувака. Или вот сюда даже можно поставить. Давайте вот так. Теперь вот этого вот так вот. Ну, посмотрим. Ну да, тоже нормально будет вот это все бить, потом вот сюда тоже чуть доставать до следующего. Так, давайте пропускаем волну 100%. Ну, точнее, не пропускаем, наоборот, нажимаем «нет». Потому что надо повалить их. О, неплохо, неплохо. Война идет вообще такая хорошенькая. Каждый стреляет.
Блин, посмотрите, сколько их. Это вообще жесть какая-то. Вы посмотрите, блин. Столько ножей вообще в спинах. И давайте вот так. Буст постоянный вообще делаем. Все, всех завалил. Это красота. Остался один. Так, это у меня, да, зависло, походу, немножко, да, ничего страшного. Теперь давайте вот так делаем. Вот так вот немножко прокачаю. Блин, не успел. Серьезно, я не успел. Ладно, давайте вот этим вот так устанем тогда. Чуть собьем очередь. Так, ну что, надо вот сюда кого-нибудь, наверное, ставить. Давайте-ка вот так. Одного здесь. Потом вот так делаем. Ну-ка, во, да, нормально, он немножко даже здесь бьет, неплохо. Блин, опять этого командира глушили. Да что такое, как его очередь? Да он еще вообще много кого глушил. Он клиент какой-то демон. Постоянно оглушает, оглушает. Так, здесь пока не оглушенное, хорошо. Так, надо, знаете, что, наверное, сделать? Командира еще на максимум прокачать. Так, здесь что у нас пошло? Все нормальненько. Вот так вот, нормально. Давай-давай, парни. Блин, посмотрите, всех оглушу, а. Вообще всех. Смотрите, это жесть какая-то. Как можно так оглушать? Это, по-моему, чит какой-то, нет? Не думаете? Мне кажется, это чит. Его использует тамплиер. Теперь смотрите, что делаем. Я хочу вот так вот прокачать. Вот так на максимум. И вот так вот. Все, чтобы у всех было 25. Будет вообще красота. Так. Смотрим, смотрим, кого поставить. Давайте, наверное, вот этого еще поставлю сюда. Так, неплохо. Давай, давай, давай. Токсичная тоже замедляет. Хорошо. Так, 36-я волна уже. Пора бы бустануть. Вот так вот, оп. Неплохо, неплохо. 43 секунды еще. Времени куча, чтобы убить всех, кто вышел. Вот этого главного убить. Самый главный. Есть, все, завалили, отлично. Так, ну что, денег-то ведь много, правильно? Надо что-нибудь делать с этими деньгами. Например, вот так поступить. Потом можно, знаете, как поступить? Вот так. И вот так вот прокачать. Надо всех командиров уже прокачивать. Все, следующего мы вызываем. Давайте, да, всех командиров прокачаю, чтобы было получше. Чтобы наверняка был буст. Вот так, вот хорошо, смотрите. Теперь вот сюда берем, ставим чувака. Так, и прокачиваем на максимум. Красота. Бустанем. Ну, смотрите, как вообще неплохо они тут валятся все. Просто супер. Оп, готов, готов, тамплиер. Вот самое главное. Так, и тут два босса ведь выходят, да. Два босса. Блин, этот опять оглушен командир, да? Полнейшая жесть. Все, неплохо. Сейчас главное. Тамплиера главное завалить. И потом одного хотя бы этого чувака. Блин, да посмотрите, что он творит. Ну, это жесть творит полнейшую. И лучше всех подряд. Вот так вот делаем. Так, сразу, кстати, можно нет нажимать. 37-я волна. Одна из самых опасных сейчас будет. Так, давайте, знаете, что сделаем? Вот это вот бустанем. Потом давайте вот так вот сделаем. И вот так. Давай, давай, давай. Ну, здесь. О, нормально. Так, все, там уже это. А, нет, я думал, завалены все. Оказывается, не все завалены. Так, ничего страшного. Делаем вот так. И вот так, все нормальненько. Ждем вот этого буста. Все, отлично. Наконец-таки тамплиера завалили. Блин, вы посмотрите, что происходит. Нормально. Более-менее справились. Опять оглушен. О, нормально, как раз оглушение вышло. Все супер. Давайте, знаете, что сделаем? Одного вот этого поставим. Хотя нет, пока не надо. Пока вроде справляются.
теперь вот так. И теперь давайте, наверное, еще вот сюда одного чувака поставлю. Здесь его на максимум. Так, неплохо. Так, придется ставить. Давайте все-таки сделаем вот так. Здесь сразу нажимаем нет. 38-я волна. Просто жесть, как опасно. Так, так, ждем. Давайте кого-то еще вот сюда хотя бы что ли поставить. Неплохо. Медик становится все больше. Мини-гуннеров. Тамплиер, вот он, блин. Самый главный злодей, который просто стреляет. И не дает вообще даже продохнуть. Глушит всех подряд. Так, неплохо. Вот так вот нормально, смотрите. Давайте здесь сейчас я еще жду. Давай. Блин, посмотрите, что творится. Творится полнейшая жесть. Так, еще. Давай. Парни, давай. Да что у них столько здоровья-то? Так, еще. Давай, нормально. Фу, блин, еле-еле, я вот думал, что делать. Так, оставим мини-ганнеров. Вот так вот делаем пока. Так, все, уже 40. Жду пока тогда 40-й волны, пока не буду ничего делать. Ставить, ну, продавать фермы. Ну что, посмотрим. Так, сразу нет, нажимаю 100%. Даже думать не о чем. Вот так вот. Блин, вы посмотрите, сколько тут по 5 тысяч. Это просто жесть какая-то. Дым. Полнейшая жесть. 5, так, у этого еще 5. Блин, посмотрите. Так, нормально, там уже поменьше. Остался один, вот давай, блин, еще вышел 1.5, вот посмотрите, блин, да тамплиер еще не завален, это что за жесть какая-то. Давайте, парни, давай. Там оглушили еще половину, блин, ну это вообще жесть. Так, тамплиера. Смотрим. Все, завалили тамплиера, хорошо, блин, 6 секунд этого, вы посмотрите на последних просто секундах. Я не знаю, что это вообще было. Так, делаем, теперь все продаем. Так. Блин, опять все оглушено. Во, нормально, отлично. Теперь давайте вот так. Сразу ждем, чтобы достануть. Нормально. Блин, промазал. Теперь ждем вот так. Все, оглушены все. Так, теперь вот так вот надо обязательно сделать. Блин, да это тамплиер достал уже. Один за другим. Что такое вообще происходит? Хорошо, у меня есть командир, который сейчас покажет вам, что тут происходит. Так, теперь давайте, знаете, что сделаем? Одного тактичного вот сюда. Блин, да и здесь все оглушено. Что? А это опять тамплиер, что ли? Серьезно. Еще ему не имется, все, у него 400 здоровья. Кто-нибудь, давайте, завалите его. Что-то ему сделаете. Есть, тамплиер завалили, я видел, как он упал. Давай. Офигеть, посмотрите, какие они мощные. Ой, блин, не так немножко сделал, ну ладно. Все, уже максимум. Теперь вот так давайте. Так, можно уже удалять. Постепенно, по чуть-чуть. Можно сделать, знаете как? Можно сделать... Блин, а... хотел бы стануть. Давай еще, ну так,
отлично, сколько у меня, ничего себе там здоровья. Так, придется вот этих удалять уже в любом случае. Серьезно, это опять оглушён. Так, давайте-ка вот это сделаем, вот это. Так, так. Побежали. Нет, еще пока не побежали. Ладно, побежали. Давайте сделаем вот так. Быстренько. Вот так. Потом делаем вот так. Сразу еще. Еще. Ай-яй-яй, все, блин, они прошли. Но он бы все равно, я думаю, прошел. Ну, люди, нормально, блин. Миниганеры, оказывается, что-то могут. Ну что, ставьте лайки за такое. Подписывайтесь на канал. Всем пока.